Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Вы того. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли. В доме гнездо. Самолет. Да-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Даю представление. Со всего метро народу. А у них перед каждой войной кучу народу определяют. Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Начальник расход сейчас у нас занят, подождите. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. А я что могу? Я ничего не решаю. Темная была. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будет тут театра, так только в петлю лезть от безнадёги. Тир во время чумы, значит? И когда ждать гости с косой? А хоть сейчас. Вот только выпьем по одной. Да, друг, выпьем. Семеновна, руки, дух тут у тебя аж слюнки текут. Неужто новенькая чего сообразила? Из-за мерщиков. Оба шарфюра. Какой тут рассказка? Нет, любой просветил. Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А Витек маской на камень. Демона отогнали, смотрим. Лежит Витек. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как же так, Костя? Прости, Катя. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витька. Как же это? Да, дядь Миш, покажите. Мы тут похоронили его там. Хорошо, место хорошее. Ух ты, это же демон! Там много погиб. Демон, демон! Вон крыльями как машет. Да, нападает! Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда это демон, дядя Миша? Вообще-то, пусть будет демон. Правда, раньше были такие птицы. Прям такие, как демоны. И злые такие же. Нет, не такие. Красивые, сильные, но меньше демонов. И людей не трогали. Да и другие птицы тоже были. Да. Лучше вы мне скажите, кто это, с таким... Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить?
На неделю хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил, копил. Сало простое, сало копченое, сало внутреннее, сало топленое. Может, мы еще из подручных до сталкеров дорастем? Может, ухо будет? Ладно. Есть отличный грибочек. Лучше не мы. Кожа! Лучшая выделка! Оригинальный покрой! Умеренные цены! Гранаты! Доступно и всерьез! Если хочешь тихо снять часового, лучше ничего нет. Это ты перебрал. Покупайте оружие. Лучшее средство заставить врага попотеть. Бери, пригодится обязательно. Купите гарантию своей безопасности. Защитите себя и своих близких. Видишь, ни пятнышка, ни царапинки. Точность гарантирую. Лучшие останавливающие действия. Лучшие. Отличное оружие. Отличные патроны. Покупай, пока цена не вырастет. Ну, если понадобится что, сразу ко мне. Сталкер пожаловал. Винодельные ножи. Если понадобится помощь, сдаёшь нам. Бери, бери, не пожалеешь. Вставляет как надо. Что-то боязно мне. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Запрещено. Боязно ему. Один раз. Это ж театр. Через театр нас пропустят. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Все, все, беру, по рукам. Куда? А билет не прятался. Не смеши народ. У меня на жену рука не поднимается. А вот тебе я сейчас дам. Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Приобщиться к искусству. Ладно, пошли, театрал. Такого сцена большого театра. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Левч? Работа просто заела. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Думаю, они справятся. Их тебе. Свои есть, ей пудришь. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того. Эконом. Что, Тёмыч, баба помогала, да? В метро без женской ласки тяжело. Промозгло, а? Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело! Полгода. Давай, Артём, строгнем. Ух,
хорошо пошла. Вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать не хочется. Ой, наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать, сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, дай-ка еще по одной. Давайте! Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство, давайте. О чем это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный, Павлов. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно!